Горячая пора для продавцов пиротехники, а следовательно и для инспекторов пожарного надзора тоже. В Иванове специализированные торговые точки как в отдельно стоящих павильонах, так и в торговых центрах сейчас проверяют в ежедневном режиме. Важно успеть, пока не начался сезонный наплыв покупателей. Проводятся плановые рядовые осмотры по продаже пиротехнических изделий. Вот. Поэтому предлагаю, наверное, нам сейчас посмотреть. Давайте вот волшебный салют, да, посмотрим и документы, какие на него имеются, сертификат соответствия и тому подобное. Каждый магазин должен быть оборудован заправленным исправным огнетушителем с неистекшим сроком годности, автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения. Проверяют и наличие сертификатов на продукцию. Ассортимент товаров в таких магазинах, как правило, огромный. Проверить каждую единицу невозможно. Выборочно проверяем порядка 10-15 позиций. Если на все сертификаты предоставляют, то, соответственно, есть и на другие. Вот. А те, кто не предоставляет, принимаем меры воздействия. Меры – это штраф для ИП от 20 до 30 тысяч рублей, для юрлиц – от 150 до 200. Должностное лицо заплатит за нарушение сертификации от 6 до 15 тысяч. Важный момент – в торговле пиротехникой никакого самообслуживания. По правилам, у потребителя не должно быть самостоятельного доступа к продукции. В торговом зале только муляжи, остальное за прилавком. В том году были замечания, также приходили к нам, но в другой магазин, на Ермака, было замечание, что в прямом доступе была пиротехника. То есть также на сетке висела в торговом зале пиротехника. Соответственно, ее, ну, сложно, но можно было оторвать. Соответственно, у покупателей был доступ к ней. В этом году мы все исправили, повесили сюда не пиротехнические изделия, это пневмохлопушки, то есть не является пиротехникой, вполне может здесь висеть. До Нового года проверку пройдут все продавцы пиротехники города. Но чтобы избежать проблем с фейерверком, покупатель и сам должен отнестись ответственно. И к эксплуатации, соблюдая правила использования, указанные на упаковке, и к приобретению. Выбрав пиротехнику, необходимо убедиться, что упаковка не повреждена, и не пожалеть несколько минут на ознакомление с сертификатами соответствия. Только тогда можно быть уверенным, что праздники будут не только яркими, но и безопасными. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.